Привет, друзья! С вами сегодня Easy Smart, и мы рассмотрим, как же нам поставить мелодию на сигнал вызова, то есть на этом Lumia 520. Как это сделать? Конечно, там есть немного мороки, но сейчас я вам покажу. Так, вот у нас рингтон. Сюда надо сбрасывать музыку всю, и она должна весить менее 1 мегабайта, то есть сейчас я вам покажу. Вот формат mp3 vma, длина менее 40 секунд, размер менее 1 мегабайта, отсутствие защиты DRM. Следующее. Есть у меня музыка, мы его ставим сюда, вот этот, который режет музыку, вот эту программу Audio Edit Magic называется. Теперь выделяем, например, допустим, сколько у нас здесь минута, да? Он 5 минут идет. Ну, вот так вырежем. Вот так. Все. Раз. Урезали. Сколько? 40 секунд. 40 секунд. Так, режем. Еще. Раз. Вырезали. Теперь сохранить как? Рабочий стол. Допустим, пусть он будет рингтон 1, mp3 или vma, выбирайте. Раз, сохранили, все. Следующее, смотрим на его размер, 657, то есть 1 мегабайта нету, значит, он будет играть. Просто берем, вырезаем отсюда, сюда добавляем, все. Мы его вырезали, поставили сюда, и он у нас будет играть. Следующее. Заходим в телефоне, мелодии, звуки, и выбираем эту мелодию, например, рингтон 1. И ставите как сигнал вызова. Можете как сигнал будильника поставить. Но еще, вы можете это сделать и в телефоне, то есть закинуть этот файл на телефон. После, как на телефон закинули, там есть такая программа, как создатель мелодии. Там вы подрезаете музыку ставить и этот сохранять его. С помощью этого вы можете музыку, вашу любимую музыку, поставить на сигнал вызова. Что еще? Так. Через Zune можно, Zune программу. Так, еще. Ну вот оно, все написано здесь. Станем мелодию с помощью Zune. Ну это самый такой способ с помощью компьютера это сделать. Ну что ж, до скорой встречи, с вами был Easy Smart.